Всем здравствуйте, дорогие, любимые наши женщины! Поздравляю с праздником 8 марта! Пусть весенняя пора обновлений заполнится приятными моментами, а весеннее яркое солнышко дарит прекрасное настроение каждый день. Желаю всего самого наилучшего, радостного, волшебного, женского счастья и вечной молодости, красоты вокруг и душевного уюта. В Международный женский день я желаю, чтобы ваш дом наполнился ароматами цветов. Вот, дорогие женщины, я вам дарю вот эти букеты цветов. Это все для вас. Ароматами цветов, приятными комплиментами, необыкновенными подарками. Ой, Господи, мамородная, я себя закрыл. Ой, женщины, как я вас люблю и уважаю. Ой, не могу прям. И теплыми поздравлениями. Так что, мужчины, вот, поздравляйте женщин. Сегодня день такой. Желаю душевной легкости и внимания, понимания и заботы, ласки и любви. Пусть здоровье будет отменным у вас. Молодость цветущей, а красота неувядающей. Еще раз, дорогие женщины, поздравляю вас от всего сердца. Вот так вот такие вот цветочки я вам дарю. Ну, через экран. Вот, как будто вы от меня приняли вот эти вот тюльпанчики. Еще раз, женщины, поздравляю вас от всей души. Самое главное – здоровье. Мужчины, напоминаю вам, поздравляйте сегодня своих женщин. Любите, ласкайте их. Спасибо вам, женщины, тоже за все. Вы меня поняли. С праздником, женщины дорогие, с праздником. Вот такие вот вам цветочки. Поздравляю еще раз.